Всем привет! Вы на моей страничке ВКонтакте. С вами Сергей. Научиться состраданию. Виктор Шепетков. Научиться состраданию можно только через боль. Этот ключик к мирозданию дан как отзыв и пароль. До тех пор, пока осталось милосердие в душе, я готов принять усталость всех, кто сломлен ей уже. Я готов делить недуги, пряча мороки в горсти, чтоб заботами о друге друга верного спасти. А иначе мало смысла жить пассивно, как бревно. Лишь тогда душа не скисла, если ей не все равно. Еще увидимся. Пока-пока. До новых встреч.